приехали. Здесь ко мне советовали. Такая вот хуйня получается. Причем повод. То есть мне были какие советы в комментариях. Давай сперва дисками разрежь. Ты неправильно все делаешь. Ну вот, начали правильно делать. Сейчас в этом видео покажу, как это все правильно выйдет. Вон он едет. Сейчас подъедет ближе, будет что снимать, тогда все покажу. Это он там уже куролесит. Ну ладно, сейчас. Они, получается, вообще не лезут. Дерн разрежет, но дерный плуг режет нормально. Не знаю, что сейчас получится. Сейчас посмотрим. Так, сейчас еще круг он даст. Попробую промеж следов его пустить, посмотреть, что будет. Просто режет, и то где-то режет, где-то не режет. Надо неправильно в канал сюда въехал, и все. Не знаю. О, красавцы, как раз в тему. Не знаю, сейчас поймаю их. О, 9 мая, H2. О, еще поддержка. Не вижу даже. Так, ладно, вернемся к нашей бароне. В общем, мне кажется, это хрень полная, да? Потому что делаем только хуже. А вспашет она, как ты думаешь? Нет, а здесь-то будет пахать без бараны? Ну давай, сейчас поедем, посмотрим. Трава, ну она и в этот, мне кажется, и
полезет, но он не дает дискам в это врезаться. Плохо он их режет. Так что как-то вот так. Так, ну, наверное, буду заканчивать съемку. Тут все однообразно, никаких таких изменений ничего не будет. Он будет кататься и кататься, ее утюжить. Сейчас я ему скажу, до какого места это все дело про дисковать. И, наверное, завтра попробуем спахать. Некошенный участок этот. Видно будет, не видно. Вот такие кочки. Вон торчит кочка. Из-за этого как бы хочу вот. Вон их сколько. Продисковать, спахать и засеять под сенаж. То есть основная культура будет овес, ветрище. Будет основная культура овес, горох, вика и высею травосмесь, клевер, тимофеевка. Может еще какой-то добавлю, там райграсс. Что-то он стучит, кого-то как, блядь, подшипник. А! Подыми! Как будто... Ага, вот так поменяли насос. Ну, потрогай, что-то она часто стала стучать. Все нормально. Сыро. Сыро, да? А что сыро? Ну ты не лезь вниз-то до дороги и обратно. Это, мне кажется, бесполезно. Давай, часик еще покатайся, чтобы что, полосу так и оставим, что ли? А потом переплачиваешься. Да. Потом попробуем пахать и как это все будет выглядеть с дисковкой. И продолжим, может, чуть дальше, без дисковки. То есть, как пойдет барана, этот плуг. Плуг пашем не глубоко, чтобы дерн перевернул, да и все, под подсев-то нормально нам будет. И так что, ничего тут такого. Давай. Сейчас. Смотри. 11. Ну, до 12. Приедешь как раз час туда-сюда и поешь ему огород захерачь. Диск? Да. А откуда едешь? За Хлусова Антона. Ну, где ты делал? Давай, езжай. А у него тоже въезд через подстанцию? Нет. И надо промазать. Некогда же, времени нет. Чип и Дейлы заняты. Ладно, все, пока на этом сегодня все. Завтра, послезавтра перецепимся, если дождей не будет. Лук и попробуем пахать здесь.